4 декабря исполнилось 83 года со дня образования Брестской области. Отметить это знаковое событие сотрудники Государственного архива Брестской области решили выставкой исторических документов и фотографий в баннерном формате. Это уникальная возможность открыть для себя новые факты и исследовать ранее неизведанные страницы развития региона. На выставке представлены документы о развитии экономики, образования, здравоохранения, культуры, многим другим вопросам. В частности, есть документы о нанесенном ущербе в годы Великой Отечественной войны области, об открытии промышленных предприятий, учреждений культуры, образования. Всего на выставке представлено порядка 100 документов, фотографий и статей, отражающих основные вехи развития области и значимые события в ее истории с декабря 1939 года по конец 80-х. Кроме того, имеются статистические сведения, к примеру, о численности населения области в разные годы. На выставке размещены документы только из фондов Государственного архива Брестской области, а также из областной газеты «Заря». Вот, в частности, несколько фотографий есть из фондов Белорусского государственного архива кинофотодокументов. Баннерный формат экспозиции был выбран впервые. С одной стороны, он позволяет компактно, полно и наглядно отразить информацию, с другой – сделать выставку мобильной и в дальнейшем переместить ее в другие локации, для того, чтобы с ней имела возможность ознакомиться как можно большее число людей. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».